ходомо доймот, чемо джекен мапул, а мочи чай лалык, даро булорун. Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня у нас очередной выпуск передачи «Кто вы, Юкагиры?». И сегодня у нас в гостях автор учебно-методического комплекса по тундринному юкагирскому языку. Я хотел бы их вам представить. Анна Николаевна Татаева, Наталья Васильевна Ситникова и Дора Николаевна Татаева. Как вы знаете, юкагирский язык у нас делится на два языка. На лесной юкагирский и тундренный юкагирский языки. Между этими языками существенные различия, поэтому их нельзя называть диалектами. Это два разных языка. Современные исследования показывают, что эти языки разделились примерно 3000 лет тому назад. Это современные уже технологии позволили через компьютер провести и выявить эти различия. А в юкагирском, лесном и тундренном языке у нас счет разный, отличается. Но где-то около 40% основной базовой такой материнской лексики, он одинаковый. Но каждый из них произносится по-своему, своеобразное уже фонетическое строение, произношение и так далее, это совершенно ясно, разное. Поэтому, когда лесной юкагир встречается с тундренным юкагиром, они друг друга практически не понимают за отдельными словами, за отдельными фразами. Одной из главных проблем сохранения и развития юкагирских языков является слабое учебно-методическое обеспечение преподавания этих языков. То есть практически в наших школах отсутствуют учебники. И этот вопрос вот как раз уже почти 30 лет стоит перед нами, и за выпуском отдельных пособий ситуация кардинально не менялась. Ситуация еще больше ухудшилась, когда в 2011 году началось внедрение новых стандартов образования, потому что, соответственно, изменились требования к учебным пособиям, потребовалось использование новых технологий для того, чтобы активизировать вот процесс обучения, внедрение новых учебных форм, технологий, для того, чтобы язык изучался активно. Ситуация сейчас углубляется тем, что это вы тоже должны понять, что фактически юкагирский язык, несмотря на то, что он для нас является родным, для детей он не является родным. Они начинают его изучать только в школе. То есть они приходят без базового знания родного языка. И поэтому нужны как раз новые методики, новые подходы к его преподаванию. И вот несколько лет назад наконец-то у нас произошел определенный сдвиг в этом направлении. И в прошлом году мы получили первый такой очень большой результат. Результат для нашего тундренного юкагирского языка. Он перед вами. Выпущен полный учебно-методический комплекс для преподавания тундренного юкагирского языка. Но для того, чтобы вот мы наконец-то вот получили этот результат, понадобилась очень большая организационная работа. И я хочу предоставить первым слово Наталье Васильевне Ситниковой. Амучи чай лалык. Я уже знаю несколько фраз и вообще стихотворений, слов по-юкагирски, поскольку мое знакомство с юкагирами началось не недавно, а можно сказать, в 90-е годы, когда была принята концепция обновления развития национальных школ. И тогда впервые встал вопрос об обучении детей на родных языках и изучении их в школах. Тогда еще не было даже широко известно, что у нас есть разные юкагиры, лесные и тундренные, и какое у них обеспечение. Это все создавалось как бы с нуля. И тогда, когда в Министерстве образования работала служба учебно-методического и издательского обеспечения, в основном вся работа велась по якутскому языку, как государственному, конечно. Очень большой объем работы тогда был сделан по культурам. И, конечно, школы самостоятельно тогда участвовали в этом процессе.
Я помню, в Руделино Анну Гавриловну, она была директором и первой учительницей, она сама составила программы, работала и с дошкольниками, и со школой самой. Но вот ее не стало, и процесс как бы пошел уже как бы самостоятельно вот по тому, что она создавала. Но поскольку стандарты меняются, конечно, и требования растут. И в 2007 году мы реализовали проект ЮНЕСКО по сохранению икагирских языков. Впоследствии эта работа немного затихла у нас, поскольку все же нужны были авторы, которые бы это делали. Поскольку нет, но никто... мы связи-то не теряли, Наталья Александровна. Нет, помните, конечно, мы реализовали очень интересные, наверное, вообще для образовательного пространства Якутии. Например, у нас, помните, мы добились выделения грантов для старейшин 2 года. Да, ну это да, конечно. Это было вообще уникально для всей России, поскольку тогда впервые обратили внимание, что есть старейшины, которых надо поддерживать. И им выплачивались премии. Это было тоже в наш период работы. И до сих пор вспоминаем это с благодарностью, что тогда старейшины вот именно получали какую-то премию за то, что они работали с детьми. Ну, очень много иностранных исследователей тогда работало, да? Ваших сел и в Андрюшкино, и в Нелемное. И одна из них, Сесилия Оде, исследователь-профессор, она хорошо говорила по-русски. И тогда она мне сказала, что учебники они должны сами написать. Очень много работали вот в этом направлении. Здесь мой опыт пригодился как учителя иностранного языка, поскольку я, например, знаю, как с нуля обучить детей начальных классов. Я сама тоже экспериментально работала вот в начальной школе, когда вводили иностранные языки. Поэтому я знаю, как обучать детей иностранным языкам. Эта методика, она как раз здесь у нас интегрирована, потому что если раньше детей обучали больше грамматике, переводам, чтение, то здесь у нас больше общения. И рассказывать сказки, малые формы фольклора. Очень много использовано материалов, которые были ранее написаны. Кстати, материалов не так уж и много, да? Поскольку у нас Николай Николаевич Курилов очень плодотворно работал в 90-е и 2000-е годы. У него хрестоматии есть, изданные тогда в Петербурге. Я вот хочу ответить на вопрос, почему раньше мы не занимались этим, да? Потому что раньше было централизованное обеспечение. И тогда все коренные малочисленные народы получали учебники из Санкт-Петербурга. Тогда была централизованная разработка, снабжение и обеспечение. Вот эта система сейчас уже не работает. К сожалению, сейчас этой системы нет. У нас вот даже проблема издания стоит иногда, да, финансирование издания. А я всегда говорю, что гораздо большая проблема для учебников, учебных пособий коренных малочисленных народов Севера – это создание. Создание единой линейки этих учебников. А это значит, ведь это не просто так вот какой-то штучный, это вот, конечно, это штучная работа, а я говорю, что все эти учебные пособия для каждого класса, они должны быть объединены единой программой, единой какой-то вот системой, единых требований, норм. И это все должно быть систематически. Да, единым стандартом должно было сделано. Сперва мы сделали, конечно, программу. Взяли за основу хорошие наработки из других программ российских, которые есть в перечне. Это иностранные языки в основном, ну и родные языки, которые для невладеющих языком, да, мы тоже использовали. И, конечно, с учителями мы работали и в заочной форме, поскольку все же у нас вот, появилась и почта. И даже в зимние каникулы, да, приезжали здесь работать. В общем, старались использовать все шансы. И я думаю, что Министерство образования и науки нашей республики в этом плане очень хорошо к нам, к этой работе отнеслись. Они оплачивали частично вот эти вот проездные. Часть была по грантам получена тоже это ассоциация дело. Ассоциация оплачивала. В общем, какими-то общими усилиями это все сделалось. И так пошло все гладко. Поскольку потом деньги выделили, да, языковая программа хорошо заработала. Я в этом плане благодарю руководство министерства того периода. Это и Федосия Васильевна Габышева, и Сивцев Михаил Петрович,
И главное, вот председатель комиссии, да, это Местников Сергей Васильевич, по прямому поручению Айсена Сергеевича, они вот выделили большие средства для того, чтобы напечатать эти учебники. Я так, например, понимаю, что основные предметы это по родным языкам, это якутский язык и для якутских школ, и для русскоязычных детей. Это, конечно, основной приоритет, как государственный язык. А наши языки малочисленные. Но, к примеру, почему Российская Федерация это не берется, да? Практически для одной деревни это у нас сделано. Без участия правительства республики здесь, конечно, ничего нельзя сделать. Сама концепция такая, что у нас будет 3 часа уроков, да, обязательных, и плюс внеурочная деятельность по 2 часа. Итого 5 часов в целом. 5 часов в неделю в каждом классе. В каждом классе. Такая нагрузка у нас есть только пока, только в Андрюшкино. Во всей Российской Федерации. И в Себянкюле они могут это сделать. Раньше вот говорили так, если это место компактного проживания, то дети должны обучаться на языке. Но этого же невозможно сделать. Да, у нас обучение из-за на этого английском вот языке нет. У нас была несогласованность с органами надзора. Они говорили, у вас нет учебников, значит, вы не должны преподавать. Вы даже можете проводить кружки. И вся большая часть вот малочисленных народов, так она и изучает языки в кружках и факультативах. Поэтому сейчас я думаю, что Андрюшкин должен стать примером. И я думаю, что вот такие малочисленные языки при поддержке вот своих регионов, общественности, могут развиваться дальше. Федосия Николаевна, вот для непосвященного, наверное, зрителя вдруг покажется, что очень много всего что-то здесь такое. Вот вы, пожалуйста, может быть, расскажете, вот для чего вот эта линейка учебников, для чего этот учебники нужны и о чем они, что вот включено в состав этих учебных пособий? А мы чему-то явный алмачи, вадунчи, митлет идея-то митчагадел не дену, и ходом митту учебник был митвеюл. Вначале я хочу рассказать, конечно, про вадун букварь, юкагирский букварь, который был переиздан в 2017 году. Большое спасибо, конечно, Гаврилу Николаевичу, который работал над алфавитом юкагирского языка. И он, значит, мы переиздали букварь ровно через 30 лет. Он сделал букварь для владеющих. И ровно через 30 лет нам пришлось уже ее переиздавать, и как для невладеющих. Вот такая у нас история с языком. Да, полная переделка. Да, полная. Да, ну не полная, но в основном у нас мы оставили, потому что, да, потому что здесь все-таки язык сохранился вот тогда, как говорили наши родители, как разговаривали, когда вот это вот сохранилось, мы сохранили. Но кое-что, конечно, изменили. А вот вы сказали, начали с того, что Гаврил Николаевич что-то изменил. Вот вы можете сказать, вот я это знаю, возможно, сторонние люди не знают об этих изменениях, об этой букве В и так далее, может быть. Ага, так, значит, мы с ним работали прямо вплотную, вот когда была над букварем, над переизданием букваря. И вот в это время у нас большие были, как сказать, не то что трения, просто вот... Буквы В, да, дискуссии. Буквы В у нас в юкагирском алфавите нету. Оно произносится как английское W. Вот. А в советское время поневоле вот везде была буква В. Но мы все равно ее произносили не так, как В, например, слово лавья, вода, лауя, оно так произносится. А мы детей учили лавья через В. И вот когда работали над букварем, конечно, я поставила вот этот вопрос, потому что нам, учителям, было очень сложно. Как учить, как правильно? Правильно должно быть так, а написано вот так вот. Вот поэтому я поставила вопрос, сказала, давайте мы решим. Потому что до этого уже Гаврил Николаевич ставил вопрос. Кстати, он сказал, что этот вопрос еще ставила Курилова Любовь Васильевна, что надо все-таки в алфавите должна быть буква W. Вот. И вот тогда мы решили,
Это было во время 5-го съезда юкагиров, который здесь в Якутске проходил. И вот этот вопрос был так решен, но, конечно, мы так решили, но основную работу провела Наталья Васильевна. Спасибо большое. Это, кстати, да, действительно, да, по букве, по новой фонеме, которая у нас появилась. Да. Так. Видите, то есть, ага. Как получается, то есть понадобилась не просто чисто такая работа какая-то учебно-методическая и так далее. Понимаете, даже пришлось работать с законодателями, так сказать, да, с правительством для того, чтобы да, решение принимать, протоколы. Потому что это решение принималось писать, уже да, на уровне да. научных центров да. и так далее. Мы собирали специально учебно-методический совет под руководством Феодосии Васильевны и обсуждали вот эту... Даже вот эту вот фонему. Фонему, да. Обоснование. Все пришли. Я помню, там очень много было представителей и якогирской общественности, и ученых. Вот. И все пришли к мнению, что можно внести, да, потому что уже он в практике использовался. И некоторые писатели и носители тоже использовали эту букву. Ну, Феодосия Николаевна, вот скажите, вот, 4 и 4, 8 учебников перед нами. Mm-hmm. Для чего? Почему 8? Почему не 4? Ну вот у нас идет язык Вадун Йонг, это чтение. Вот Вадунару – это язык, юкагирский язык. Это получается у нас с 1 по 4 класс. А если мы возьмем, ну скажем, любой учебник, да? Здесь очень много материала. Во-первых, конечно, большое спасибо Гаврилу Николаевичу, Николаю Николаевичу и нашим носителям языка, которые пришли к нам на помощь, потому что у нас языкового материала, видите, вон столько учебников, у нас не хватало материала, и мы обратились к нашим носителям, которые сейчас у нас в Андрюшкине это есть, старожилы наши. Так что мы, конечно, благодарим этого сестру мою, самую старшую, Курилову Марию Николаевну, брата моего Третьякова Василия Николаевича, еще одного брата Третьякова Николая Николаевича. Еще нам помогали Атласов Егорь Ильич и Атласов Василий Афанасьевич. Вот их работа тоже здесь есть, и как и на учебниках по чтению, и по языку. Кстати, вот. Они же у нас там отмечены, да, учебники? Да, они у нас, да, вначале здесь вот обязательно каждая благодарность написана каждому носителю, да, которые помогали нам. Так, и вот здесь вот вторая... Есть, подождите, вот эта вот линейка, это чисто это, вот уроки это, юкагирского языка, это чисто уроки языковые. Юкагирск, полностью на юкагирском языке, да, с заданиями, с рисунки очень хорошие, красочные рисунки были. Потом фотографии, кстати, да, моих племянниц, которые кочевали со своими мужьями в тундре. У них очень красочные были фотографии. И некоторые фотографии тоже сюда вошли. Именно тундра летом. Вот. Потом, значит, а вот это вот... Это по литературному чтению. Он называется Вадун Йонгча. Это значит юкагирский колокольчик. Почему мы его так назвали? Потому что колокольчик присутствует в жизни юкагиров очень давно. Во-первых, он есть, присутствует в национальной одежде, женской национальной одежде. Передник вешают маленькие колокольчики, и они как оберег идут, и все звенит так очень красиво. Звенит, и это как оберег. Так на шею оленя вешают большой колокольчик. Это для него как... Защита и от волков, ну там и от зверей разных, ну и для пастуха. Он знает, где олени, значит, они не потеряются. Вот. Ну и потом в тундре есть у нас очень красивый цветок, похожий на колокольчик. Когда он расцветает, говорят, что ну, вот в тундру пришло лето. И в жизни каждого человека есть наш школьный звонок. Вот. Поэтому мы назвали Вадун Йонгча литературный чумулак. Вот здесь вот тоже, вот это вот по чтению у нас в основном ну, вышло благодаря Николаю Николаевичу, потому что он тоже до этого выпускал учебники по чтению, и в основном все его произведения вошли вот в эти учебники по литературному чтению за то, что мы и Гаврилу Николаевичу мы очень благодарны, Николаю Николаевичу говорим большое спасибо и нашим носителям языка. Конечно, я благодарю Наталью Васильевну, Анну, дочку мою, вот тоже она вместе как-то начали работать. Вот, и хочу я прочитать стихотворение.
Гавриила Николаевича Курилова. Юкагиры раньше жили на реке Куропаточи. Лабун-Мадену. Да, вот сейчас у него вот это стихотворение его, на его стихотворение есть песня, очень красивую мелодию сочинил Курилов Илья Иванович. И вот он как бы гимн юкагиров, он сейчас считается. Ну, так негласно, но он считается как гимн юкагиров, потому песня что... О родине, да, да, как песня о родине, где раньше жили юкагиры. Лабун-Мадену, река Куропаточья. Лабун-Мадену дие, лер мархонь мэтчунгде, мэджуэлол лукулней, вэйлодя хурулней. Энгенэн мархон ле обучие лугумуй. Энгенэн мархон ле обучие лугумуй. Лабун медану дие лер мархон мецугуджа меджуалол лукул ней яхтаги эль ними. Эргенэн мархон ле обучие лукумуй. Энгенэн мархон ле обучие лукумуй. Здесь говорится о том, что вот эта вот река, почему она называется Куропаточья? Потому что в зимнее время, вот в давние-давние времена, там очень много было, водилось куропаток. И вот благодаря этому выживали юкагиры наши, выживали. Вот. Поэтому она называется и Куропаточья. И здесь стихотворение благодарит, как благодарность этой речке. И сожалеет, что эта наша речка стала уже, она уже постарела и стала уже намного уже, чем была раньше. С очень большой гордостью хочу сказать, что у нас среди юкагиров есть молодые кадры, молодые специалисты, которые работают над сохранением юкагирского языка. И вот среди них Анна Николаевна Татаева, своеобразный, можно сказать, первопроходец для нас. Она автор курса и первого видеокурса юкагирского языка. Она первый учитель, который преподает дистанционно юкагирский язык. Она является учителем экспериментальной школы-интерната «Арктика» и ведет свои уроки по интернету для детей. Сама находится в Якутске, ее дети, класс находится в Нерюнгри, она с ними выходит на связь, обучает их. То есть использует все новые современные технологии для вот сохранения нашего языка. Я думаю, это мы и дальше будем использовать эти новые вот эти формы. Когда-то это было только лишь фразы, для большинства было непонятно. Но вот так получилось, что пандемия все-таки показала, что есть и такой ресурс, и теперь всем это знакомо, что такое дистанционное обучение. Но юкагиры были первые, которые использовали эту форму. А вот мы видим, что современные требования, стандарты требуют, конечно, наличия учебного методического материала не только в таком традиционной форме, но и с использованием современных технологий. Вот здесь, как вы видите, у нас лежат диски, и вот Анна Николаевна принимала активное участие, и вот в авторском коллективе, наверное, отвечала вот за эти новые технологии. Вот, Анна Николаевна, расскажите, пожалуйста, об этом, о всей своей работе, которую вы вели в этой части. Амуча Чайлалек, здравствуйте. Я хотела бы рассказать про электронные формы учебников. Вот кроме бумажных носителей, да, вышла электронная форма учебников. Вот видите, лежат диски. Это у нас язык и литературное чтение. То есть кроме этих заданий, вот открываем, например, учебник. Например, хочу я услышать текст, любой текст. Можно открыть учебник, диск и послушать текст. То есть включены... Как он звучит на родном, да, языке. Как он звучит на тундренном юкагирском языке. То есть они включены в диски аудиозапись. Можно послушать звуки животных, звуки природы есть. Можно пройти тест, тестирование. То есть все задания. Да, да. Есть также песни наших мелодистов. То есть и сам же это, то есть не просто вот учебный материал, но и материал, который вот расширяет как бы звучание языка. Да. А вот, может быть, немного расскажете о заданиях, которые вы, вот, по-моему, многие задания вы сами даже создавали. О заданиях
да, которые использованы вот в данном учебном учебнике. А, задание, да, задание мы сами все создавали, смотрели везде разные учебники, в интернете везде копались, очень много разных заданий, что в учебнике, что на электронном носителе. Я хочу поблагодарить наших авторов за такой блестящий результат, вас поздравить с этим достижением, пожелать вам новых успехов в создании новых учебных пособий. И действительно, пусть живет наш юкагирский язык, пусть все у нас будет хорошо. Малии и лисимет.